3, 2, 1. Поехали! Ну-ка, а если попробовать проехать эту рампу с другой стороны? О, ты смотри, как я ее проехал. Аж летаем, посмотри. Все, сломали. Сломали. Все, мы ее сломали с тобой. А, брейкданс пошел, ребята. Всем здорова, дорогие друзья, с вами, как всегда, Овер и Кус, и мы продолжаем сравнивать различные тачки в скрап-механике. Всем привет, ребята! В общем, друзья, посмотрите, что мы сегодня будем сравнивать. Вот такого вот огромного монстра на колесах и вот такой вот старенький ретро-мерседес. Да, ребят, это именно мерседес, ну, во всяком случае, так было сказано в названии. Ну чё, Кус, с какой тачки будем смотреть? Монстра давай, конечно же, потому что давай. Мы всегда начинали справа налево, теперь давай слева налево. Понятно. Так. Всегда начинали так, а теперь давай сразу вот так. Что тут у нас тут здесь? Danger. Ну, опасно, конечно, опасно, посмотри, братан. Я могу просто пробежать под ней, ты понимаешь? Мы можем под ней бегать. Офигеть. А как ты забраться? Посмотри, какая... А, вот. А ты заберись, вот, получается, в сиденье. Вау. Да? И посмотри, вау, тут вау, дыры. Вау, тут вау. Дыры в этой. В полу просто. В кабине у нас, ребят, дырки. Прогнило. Давай посмотрим, что у нас делают кнопки. Смотри, на единичку какой-то ускоритель, а на двойку гудок. Все. Больше ничего у нас из кнопок нет. Но, ребят, это жестко, посмотри. Слушай. Это мотор у нас так торчит. Ё-моё! Офигеть вообще. Ой. Ладно, давай теперь на Мерсик взглянем. Красивый так, Мерседес, тихо. Ретро. Офигенно выглядит. О, как мне выбраться чё, отсюда? Ты там вот застрял? Вау, да. Какой салон. Вау. Ребята, у нас Мерседес, посмотри на руль, брат. Он прям... Очень четкий вообще, блин. Очень четкий. Это механика, блин. Ребят, три педальки столько у нас. Проработанных. Подушки блин. Сзади даже лежат. Ну давай посмотрим, что да. Кнопки делают. Садись, я сел за пассажирское, ты за водительское. Все, сел. Ничего себе, тут 9 кнопок. О. Так, первая кнопка, воу. Одна дверь. Это вот так вот дверь, это у нас какой-то вообще бизнес-класс Мерседес, ребят. А что вторая кнопка делает, я не знаю. Я тоже не понял. Так. Давай, ладно, другие, третью давай. Ладно, третья. Ну, тоже непонятно, давай, что она делает. Давай четвертую. Она там что-то внутри включает. Ну, давай четвертую. Четвертую. Это четвертая. А, давай пятую. Пятая. О, что-то было. А, подвеску, она что ли, а она? А, вот шестой фара. Ага. А, седьмое. Поворотник левый. Поворотник. Восьмое правый. Восьмое поворотник. И девяточка правый, ну, аварийка. Аварийка. Все, ребят, что-то непонятно, что делают у нас кнопки, не совсем. Ну и ладно, в принципе, ничего страшного в этом нет. Вы, наверное, многие задались вопросом, почему мы же стоим, ребят, не на дороге нашей, а рядом. Потому что она у нас узкая, и эти машины не просто не помещаются. Но, ребят, мы обещаем, что к следующей серии обязательно сделаем, возможно, что-нибудь новенькое или сделаем дорогу пошире, чтобы все тачки абсолютно у нас помещались. Ну чё, Кус, я предлагаю уже непосредственно приступать к самой интересной части. Давай. Давай, я сейчас... пойду на Мерс. Да, окей, потом мы, конечно же, поменяемся. Отчетик да. Я сейчас дам. Я поеду, наверное, сначала без давай. Ускорителей. Давай, 3, 2, 1. Поехали! Погнали. Ты посмотри, какие колеса здесь! Но она лагает, лагает. Жесть! Я включил еще ускоритель, я не знаю. Но при этом, смотри, она обгоняет даже нормальную да, машину. Да, 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 смотрите, ребята, она обгоняет Мерседесик. Еще если... Я на самом деле сначала вообще думал, что у этой машины вообще нет шансов. То есть она реально на колесах каких-то вообще самодельных. Я могу тебя переехать, посмотри! Я а могу у тебя да, переехать, я у меня 4 FPS. Я посмотрел твою серию, no. А у меня тоже 4. Ты просто меня толкал тогда, и у тебя не лагало, а у меня лагало. Смотри, я тебя переехал, я тебя четко прям переехал. Тихо. Офигеть, ребят, вы понимаете, насколько эпичная эта тачка, она еще и дрифтит. Посмотри, братан. Да, я вижу. Офигеть. Самое странное, она не переворачивается. Да, вот, наверное, это прикольно. Самое-самое странное. Хочешь заценить? Так, давай это, попробуй. Не-не, давай сейчас прям поменяемся, я хочу на Мерсике покататься. Давай. Ну, слушай, мне кажется, эта тачка будет справляться с абсолютно любыми препятствиями, со всеми рампами и так далее. Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, сможет ли Мерседес вообще что-нибудь проехать? Я надеюсь, что сможет. Так, блин, все, ну я вот сел. Эта машинка, мне кажется, вообще без каких-либо зареканий, она проедет вообще все... препятствию, потому что она реально, она валит прям жесть. Ну да, возможно, знаешь, что четверка, это, ребят, у нас ручник. Это у нас ручник, да, там нарисовано, и вот машинка тормозит, ребят, прям офигенно. Ну слушайте, очень круто. Реально. Опа. Ну а теперь не менее интересная, ребят, часть нашего видео. Давай, мы сейчас попробуем заезжай. Зайти. Только подожди, мне что-то кажется, что постройка как-то начала глючить.
И я ее сейчас вот так вот заново просто поставлю. Кстати, ребят, напишите обязательно в комментариях, какая вам тачка больше всего нравится из этой серии. Потому что, ну реально, нам интересно вообще, какая вам тачка больше всего понравится из этой серии. Да, а тебе вот, братан, лично что нравится больше? Мне на самом деле очень нравится... Ну, я даже не знаю, очень сложно определиться. Мне нравится, как ездит вот этот монстр, но очень красиво выглядит этот Мерседес. Я согласен, я просто не могу, ребят, мне нравится и та, и другая машина. Но смотри, как я еле-еле заезжаю, братан, прям на трассу. Я вот прям аж все, по-моему, я застрял. А, еще такое, ребят, создается впечатление от вот колес Мерседеса, что они как будто припущены, знаете, как будто вот чуть-чуть недокачаны. Это, кстати, прям очень классно. Я не знаю, автор это специально делал или нет. Но прямо это действительно бомбически. Я не заехал, братан, на дорогу. Я могу только вот так печальненько, вот поставить. Печальненько. Так, окей. Но это не означает то, что ты не заедешь на рампы на самом деле. Да, согласен. Уже было несколько таких машин, которые просто пролетали рампы, хотя не заехали на вот этот подъем. Ну вот давай, подъемчик. Погнали сразу прям вот так, вот, погнали. Ребят, мы поехали на рампу. На первую, что-то меня чуть-чуть в бок как-то косит. Ты там просто пролетел. Не, слушай, все, я бампером врезаюсь. Почему? Она слишком для тебя маленькая? Или как? Да. Ой, не-не, ребят, это, по-моему, гиблое дело. Она на изи проезжает, на самом деле. Ну, понятно, так, понятно. А вот подожди меня, братан, давай попробуем на вторую вместе заехать. Но мне кажется, я и на вторую, ребят, не смогу заехать, потому что они, в принципе, похожи. Мне кажется, я тоже на вторую не смогу заехать, потому Почему? Что у меня колеса. А хотя нет, смогу. Так, садимся и поехали. Давай. Оп. Погнали. Давайте, что-то немножко заносит, блин, машину. Не, все, братан, все, я дальше не поеду. Я застрял жестко. Я тоже застрял, кстати говоря. У меня тут задняя колесо, чуть-чуть тебе вообще не хватило, да. Совсем чуть-чуть. Блин, я сейчас попробую сразу на третью, короче, давай. Вот ее, возможно, есть шанс проехать, но это очень маленький шанс. Ну, пожалуйста. Да, очень. Оу, все, я задними колесами зацепился, смотри. Так. А помнишь, у нас лагала машина, когда я заезжал на эту рампу? Да. Короче, это дело не... Это тоже самое. Это дело в рампе, ребят. Она ломает наши постройки. О, что за лаги? У меня, кстати, вроде более-менее нормально. Мне кажется, это именно левая рампа, кстати, лагает, братан. Можно попробовать на правой. О, все, не справился. Или ты проехал рампу-то? Или нет? Да, я проехал. А, блин, ну... Но я перевернулся. Это было понятно, что вот этот монстр будет проезжать, блин, рампу, потому что он для этого, в принципе, и предназначен, чтобы проходить всякие такие жесткие. Да, смотри, это та рампа чисто у нас глючит. Я эту вон, я заехал. Она приварена. Да, а, не. У-у-у-у! Сломал. Короче, нельзя заезжать на вот эти рампы. Я не знаю, они прям как-то очень жестко глючат, либо машинки у нас прям такие попадаются. Так, ладно, давай погнали на последнюю рампу. Да, давай. И я, блин, хочу хоть пару рамп пройти на большой этой машинке. Все-таки мне интересно, как же она там проходит. Так, тихо, вот туда вот поставься, пожалуйста. Последняя рампа. Ну-ка. Давай, я надеюсь, сейчас ничего не произойдет. Мне кажется, ты на ней пролетишь. Я застрял. Ну, должен, по крайней мере. Не, все, я застрял. И тачка тоже глючит что-то. Ну, машина она странная. Она, получается, выставлена реально на минимальный режим. Она вообще еле едет. Вот, ну, именно Мерседес. На такой тачке, слушай, она же ретро у нас. Я бы не стал вообще на ней гонять, на самом деле. Так, ну-ка, давай-ка можем поменяемся или что-нибудь такое. Я хочу просто пару рамп пройти на большом этом траке. Блин, как же офигенно он выглядит. Так, давай, ты там вылазишь. Так, как мне выйти-то? Все, я его взял на подъемник. Я его взял. Ну-ка, я сейчас... Давай я пока попробуем более-менее как-то модифицировать вот эту тачку, чтобы она хотя бы что-то проходила. Давай. Двигатель. Уу, не, все равно вот этот... Ну-ка, а если попробовать проехать эту рампу с другой стороны? Братан, вот так. Так. О, ты смотри, как я ее проехал. А, не, подожди, застрял. Да, не могу. Не, все, брат. Не заезжай. Там что-то капот открывало или нет? Нет, по-моему, ничего у нас капот там не открывало. Блин, значит придется ломать. А ты один блок, знаешь, вот так отломай и посмотри, как там и что. Можно же поменять. Да, какой же офигенный вот этот трак, друзья. Просто офигительно. Ну, что-то он тоже как-то у меня глючит, я не знаю. Может, мне вообще постройки нельзя давать, а у нас они ломаются. Так, ладно, сейчас я вот так вот добегу тогда до рампы и попробую ее чисто прям сам пройти. Блин, ну классно, друзья. У вас очень сложная задача будет, чтобы реально определить, что вам больше понравилось из сегодняшней серии, потому что тачки у нас космические, другого слова я просто подобрать не могу.
Так, я запрыгиваю, я запрыгнул. Так, сейчас попробуем. Так. Оп. А ты вторую рампу смог пройти, которая длинная, такая высокая? Да. Или нет? Не знаю, не помню на самом деле. О, попробуй сам пройти. Меня тут скидывает, так. Просто она узкая, ее так сложненько пройти. Так, откидываемся назад. У нас сегодня всю серию в основном по 10 FPS, ты заметил? Да. Это прям, вот я за что, ребят, люблю, в скобочках, скраб-механик, это вот за 10 FPS. Это реально. Когда они уже настроят игру так, чтобы ничего нас не лагало? Да, в общем, проходит, ребят, вторую рампу, блин, но если прям четко заезжать на нее, то нормально все будет. Ну что, ты там Мерседес-то настроил, да, или что? Я не понимаю, у меня машина, она получается, знаешь... Она опять залагала, я тут, видишь, какие штуки поставил специально, чтобы она никуда не уезжала. Но она все равно едет. А она уезжает, да. Вот, смотри, я ее остановил, и она опять поедет. Нет, не поехала в этот раз. А ты двигатель больше сделал? Я могу настраивать. Вот сейчас буду делать. Где он? Так, посмотрим, ребят, тут на подвесочку, чё, как. А где он? Он же оранжевый, да, двигатель у нас? Да. Чем мы сейчас занимаемся? Я не знаю. А вот он, наверное, да, вот он. Все, я поставил на максимум. Ой, тихо, ты меня привалил-то, блин, зачем? Ой, подними, sorry, меня-то там забыл. Вот так вот, Кус, если бы мы работали с тобой на сервисе, все, не пришел бы я сегодня домой. Так бы под машиной и остался бы на всю жизнь там. Ладно, так, я сажусь, короче, в тачку, давай уже быстрее испытаем ее, посмотрим, на что она способна. И поехали. Прям газ в пол. И поехали. Вон, смотри, как она, вот теперь, вот это я понимаю, вот это уже спорткар какой-то. Аж летаем, посмотри, все, сломали. Все, мы ее сломали с тобой. А, брейкданс пошел, ребята. Вот опять скраб-механик. Найс, колесо, посмотри, где оно. Я люблю скраб-механик, да. Оно вылезло. Сочинение, просто сочинение можно писать вообще на изи. Что это такое? Вот поехала машина, полетела. Вот на такой вот, наверное, веселой нотке и заканчивается наша сегодняшняя серия. Напишите в комментах, какая из построек вам понравилась больше всего. Не забывайте подписываться на все наши канальчики, ссылочки будут в описании. И подписывайтесь на наши с Кузом инстаграмы. Всем удачи и пока-пока. Пока, ребята.